Всем привет, с вами же Бакрок JK, и сегодня я вам покажу свой эпизод под названием City Escape Survival. Это как раз тот эпизод, в котором можно применить бесконечную прокрутку платформы, о которой я говорил в прошлой части. Ну что ж, давайте я вам уже покажу эпизод. В этот раз я хочу поподробнее о нем рассказать. Короче, поехали. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, с растворимого материала. К нему у меня подключен сенсор захвата, который отвечает за три вещи. Собственно, за сам материал, за таблицу рекордов и за уничтожитель, который у нас стоит на чекпоинте. Зачем уничтожитель? Чтобы уничтожить чекпоинт, наверное, это понятно. Потому что если мы упадем вниз, то мы возродимся на чекпоинте, а нам нужно попасть в таблицу рекордов. Ну и подключен сенсор к таблице, чтобы мы могли сразу попасть туда. Затем, платформы у меня сейчас постепенно ускоряются. То есть первую минуту они будут медленно ехать, а потом будут ускоряться, ускоряться и ускоряться. Как эта штука работает, я забыл об этом объяснить. Если сейчас кто-то не поймет на слух, то я, если вы, конечно, попросите, сделаю потом видео. В общем, что нужно сделать? Сначала нужно к схеме самой платформы подключить маркерный сенсор и все, маркерный сенсор. В нем поставить максимальную дальность на 1000, а можно даже и больше. И поставить значение выхода на силу сигнала. Затем мы подключаем этот сенсор к двигателю, у которого у нас стоит десяточка. И в двигателе ставим режим шкала скорости. Затем к платформе, которая у нас не двигается, то есть к такой же, как у меня вот сейчас электрической, подключаем мы схемку. А в схемку кидаем маркер и счетчик. И тупо их соединяем. И вы можете после этого регулировать скорость. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь понял. Вот мы уже набрали сотку. Ай, блин, сейчас упадем. Блин, все. Сотка. Значит, умножение у меня на 100. 589 тысяч. Что ж, очень даже неплохой результат. Ну вот, в общем-то, и все. Вот он мой эпизод. Если хотите, можете попробовать побить мой рекорд. Я думаю, даже не так. Я знаю, что это возможно. Главное просто сконцентрироваться на игре и не обращать больше ни на что внимания. Так можно и миллион набрать. В общем, я надеюсь, что вам мой эпизод понравился, поэтому играйте в него и побивайте рекорды. С вами был Жабокрок JK. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, пишите комментарии. Всем пока!